Всем привет, друзья, с вами Влад Шима, меня зовут Влад, и мы продолжаем играть с вами в Outlast. В прошлой серии мы с вами выяснили то, что, скажем так, главный герой немного начинает стегать, в общем, что-то случилось с его психикой, я так понял, и он периодически возвращается в прошлое, в школу в свою родную, и видит свою, скажем так, наверное, погибшую подругу. А еще есть папа Нот. Я так понял, главный ублюдок, который даже перед изнасилованием своих детей не останавливается. Это капец. Дорогой Симон, ты для меня был меня. Был больше, чем кузеном с тех пор, как мы были детьми. И я надеюсь, ты поможешь мне в беде. Особенно, как они неграмотно писали, или это локализация такая. Ну, наверное, это вот то, что деревенские вот эти вот жители, они не очень грамотные, поэтому такой, скажем так, у них говор. Скажу прямо, я болею сифилисом. И меня, наверное, отправят жить к пораженным. И мне ужасно страшно и неприятно. Я знаю, что было небезопасно трахаться со всеми, кроме папы Нота. То есть, смотри, я так понял, эта женщина писала, потому что она трахалась с папой Нотом, потому что его от болезни защищает Бог, Иисус. А меня нет, поэтому мне нужна твоя помощь. Благослови тебя Бог, Аталия. Ну, то есть, понятно, это какая-то записка девушки по имени Аталия, ее трахал папа Нот, вот этот жирный козел. И, кстати, прохода тут нет, как мы сейчас уже успели с вами заметить. О боже, это не так далеко, это не так плохо. Так, можно идти? Ой, бля, тут этот обрыв, тихо. Окей, тогда смотрим вниз, аккуратно, чтобы только все было у нас. Так, отлично. Главное, чтобы вот этот мост сейчас не оборвался, это самое, наверное, главное было бы сейчас. В чем дело? Ой, какие-то мушки летят. Ой, они такие мерзкие. Нафиг они такие большие, такие летающие на меня? Зачем это нужно вообще им, я не понимаю. Аккуратно иди, чувак. Ой, черт. Их много становится. Ой, он их глотает. Держись. Это по сюжету надо или я упал сейчас? Алло. Нет, видимо, по сюжету. Потому что я слышу звук леса. Это была саранча или нет? Лэрд, ваша милость, это была тень в небе. Но я не полностью уверен. Бог любит своих детей. Ага. Мне жаль, ваша милость. Ух ты. Убили кого-то сейчас. А, так это я кверх ногами вишу, что ли? Так, подожди. О-хо-хо-хо, это что? Кто это? Жаль, его страдания закончились. Слова Нота правда. В смысле? Грядет переломное время. Какие слова Нота? Кого вам жаль? Вы сами его убили. Жаль им, нихера себе. Используйте, чтобы бросить... Кого бросить? Оу, по-моему, ты слишком громко сейчас упал, чувак. Мне кажется, не надо было вот это делать. Ты камеру, что ли, бросил? Идет сохранение. Так, подожди. Кажется, я пошел какой-то там дорогой. Ладно, хорошо, появилась линейность опять. Так, а что это за... Как тут все видно, как тут все не видно, ребята, я в шоке. У меня еще, кстати, отсвечивает очень сильно экран, поэтому я надеюсь, это сильно не будет сказываться сейчас на моей, скажем так, съемке. Отсвечивает он от солнца, ребята, потому что за окном сейчас солнце, оно светит в экран, а компьютер у меня расположен именно в том месте, где нету таких прям прекрасных штор, чтобы... Можно было закрыть от этого света. Окей. Ну, в принципе, тут все видно, ребята. Че это? Че это было? Кто там дузнул?
Ой, что за звук? Что за мерзкий звук? А у меня батареек сколько вообще? Слушай, батареек две штуки осталось. Надо батарейки искать, чуваки. Так, записка, фонарик. Так, давай, читаем. Этот вонючий червь принял свое благословение за болезнь и попытался сбежать. Я взломал его, не повторяя его ошибок или грехов. Грехов. Бог и его пророк любят тебя. Так, ну понятное дело, у них, короче, тут тоже религиозная, скажем так, какая-то хуйня. Так. Ну я вас понял, как бы. Мне вот по этой ветке. Хорошо. А чё вот, чё вот сейчас опять за скрипочка заиграла? Вот я не понимаю, для чего она нужна в этом месте? Идёт сохранение. Место-то не очень страшное, правильно? В принципе, смотри, мы просто идём, и всё. Идём, и у нас кончаются батарейки. И начинает немножко напрягать меня вот это вот всё. Батареечек нету, становится напряжно. И так можно от страха сбиться с пути. И тут опять же всё видно, самое главное. Так, хорошо. А, так ты не можешь пролезть? Подожди, а куда идти? Да нет, ты же должен пролезть как-то. Походу, это не сюда. Так, ребята, я сбился, по-моему, с пути. Так, батарейка? Нет. Или тут подкатом надо? Или что? Ну-ка, подожди. Ой-о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 й. Мама, ебать. Так, что это было? Вставай. Только что что-то в стену пробежало. И исчезло. Блять, ну и звук. Не, ну, ребята, я так понял, я сейчас опять в диком тупике. И куда нам идти, я не понимаю. И что это, и куда? В дупло, что ли? Да, в дупло. Представляешь? Он может ползать под дуплу. Хорошо. Да, действительно, это правильный путь был. Так, давай перезагрузим. Что-то мне становится немного сыковато. Но тут все видно. Это главное. Батарейки обычно подсвечиваются. Если что, мы... с вами их спокойно сможем обнаружить и увидеть, потому что они... Фак! Чё там? Кажется, должна быть другая дорога. Другая дорога, я ее в принципе, вижу. Ой, это снимать надо, что ли? А, вот это снимать надо. Давай снимай, скорее только, чувак. Пожалуйста. Sickness here. Так, сейчас, подожди. Sickness here. Давай, что там сказал-то? Отвратительно, боже, сохрани. God bless. Эти люди сгнили. А, ну, sickness. Типа тут нужно посикать, да? Поссать стоять рядом с этими. Надо просто поссать, наверное, было. Вот и все. Так, sickness. Куда идти? А, ну, видимо, тут sickness. Отлично. Так, мы начинаем заходить в какую-то странную пещерку, и мне кажется, сейчас немного sickness у меня будет. И немного обосрикнес. Так. Ты чё, живой? Ёб, твою мать. Он гнилой, он гниет заживо. Так. Добро пожаловать в это место духовного исцеления. Вы напуганы и больны. Чего и следовало ожидать? И вас переполняет стыд. Чего и следовало ожидать? Вы знаете, что вы здесь из-за своих грехов. Но я могу снова сделать вас чудесными и чистыми. Когда в храм врат пришли все эти болезни, Папа Нот в своей мудрости и доброте распознал, что они были вызваны духовными болезнями. Не верьте лгунам и распространителям страхов, если они говорят вам, что вы больны сифилисом, гонореей или другой лживой болезнью из внешнего мира. Эта болезнь души и исцеление лежит только в очищении души. Не лгите, будьте послушны Господу и Папе Ноту, его особенности, его священности.
священнику Лэрду. Бог любит вас, как и его пророк. Охренеть. То есть, получается, смотри, это место, место гниения этих людей. Они тоже верили, но Бог их не спас, как они хотели, да? Отлично. Теперь они разочарованы. Здорово. Ты кто, живой? Нет? Оу, братан. Ну ты уже все, ты отчалил. Так, отлично, тут видно? Ну тут видно, но немного, совсем немного. Так, хорошо. Кто это? Какая-то бобень стоит, тихо. Он снизойдет на облако саранчи, чтобы излечить наши болезни, раскаявшихся пораженных. Так, понятно. Вы безобидные? Так, ну она одно и то же... Ой, сколько вас много тут, ёперны. Христос пораженных, наш Христос. У них еще и боги, получается, делятся там. Охереть, так. Фу, бля. Ну-ка, закрой дверь. Закрой дверь, ёб твою мать. Так, на шпингалет можешь закрыть ее. Так, батарейка, отлично, наконец-то я батарейки стал наблюдать здесь. Кишки какие-то лежат, нормально, так. Окей, sickness, weakness. Тут пролезть можно, что ли? Нельзя. Странно, я думал, можно. На С можно, может быть? Тут же на С пролазить вроде можно. Я же вылез из-под дома. Да. Действительно, можно пролезть, хорошо. Так, блядь. Ой, сука, у меня аж дернулось живот сейчас. И чё, я сейчас заболел? Фу, походу на меня блевотой какой-то сейчас. Блядь, ты там пиздец. Пиздец, он меня отравил, походу, спидом каким-то. Вот уёбок, а. Пидорас, блядь. Взял на меня, блеванул. О, сышь, что ли? Ну, сыт стоит, нормально вообще. Поживает чувак. Взял на меня, блядь, блеванул. Ну не пидорас, а. Так, я уже запутался. Да, ребята. О, бля. Слушайте, ну какое-то напряжное место. Я начинаю немножко это, запутываться, походу. Нет, пока не начинаю. Этот все блюет стоит. У него вечное блеение. Так, туда я не пойду. Я пойду сначала сюда, проверю, что здесь, потому что... Ебать, вы заживо гниете, бля... Мне вас искренне жаль, ребята. Кто? Где? Не понял сейчас. Да отъебись ты от меня! Так, окей. Кто-то идет сюда. Перезаряди-ка батарейку, братан. А, так это ты все ругаешь. О, блядь, иди-ка ты нахуй, чувак. Пошел в жопу, чудовище. Так, чудовище шлюхи меня. Да ты заебал. А, он меня убил? Эй, прикинь. Он меня убил. Меня обозвали чудовищем шлюхи и убили. Нормально. Ты, шлюха. Вот это шлюха, кстати. Как на эту шлюху бы? Так, так... Ты посрать присел? Так, давай-ка ты, шлюха, тут сиди. В таком случае. А я поеду обратно, сюда. К твоим друзьям я, пожалуй, не пойду. Но потому что они капец. Так, нахуй. Трогать меня... Ты пиздец, чувак. Ты сейчас меня больше не напугал, а напрёк. Напрёк своей, скажем так, своим видоном космическим. Блять, они везде. Они везде просто. Так, а можно сюда, не? Пролезть. Ну пролази, заебёшь. Ой, вижу батареечку, отлично. И записочку, отлично. Так, фоткай.
Так, давай прочтем, братан. И рука Господа взяла меня за кишки, засадила крюк мне в челюсть, подняла меня над костями мертвого Сиона, дерьмом свиньи мытаря. И в кромешном мраке стал я, как туча, которая накрывает землю, и узрел вещи многие. Я обратил свой разум к покинутому прошлому, где должна была быть написана история Господа, обратил свой разум к витому и недостойному настоящему великого пророка, избитого и пронизанного, как искалеченная дворняжка. И, наконец, Господь обратил разум... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Пошел ты нахуй. Окей. Ой-ой-ой, шпингалетик-то сделай. Отлично. Просто я не хочу сейчас, ну, немножко быть замеченным их разумом. Так, мне их разум вообще не упал сейчас никак. Мне их разум сейчас не нужен, ребят. Я хочу жить. Я хочу жить, не хочу, чтобы на меня... Не хочу, чтобы на меня блевали. Я не хочу, чтобы меня убивали. Это лишнее. Это лишнее, чувак. Чуваки, это лишнее. И вас тут слишком много, чтобы я к вам пошел, честно говоря. Но так как мне идти больше некуда, то и выбора у меня особо-то и нет, я так понял, да? Парни, вы безобидные? Ну, к вам не пройти иначе. Смотри, что притащил кот. Мне нужна целебная мазь, мои раны кровоточат. Ребят, мне вас реально искренне жаль. Прям реально вам говорю, мне вас очень жаль. Но не сегодня. Так, закрывай. Да, они реально гниют заживо. Это очень страшно, кстати. У них болезнь, я так понял. Прям, ну, так, такое не пожелаешь никому на самом деле. Так, отлично, что тут у нас? Сейчас вообще не понял. Весело. Было весело, чуваки. Спасибо, что сломали там дверь. Ребят, только я немного обосрался и не понял, куда мне идти. Я знаю, что кто-то там проломил дверь, но я чуть-чуть обосрался. А, это ты проломил? Окей. То есть я не врубаюсь, куда мне идти? Из этой ямы я выползал и пошел туда. Здесь я, получается, побыл и не побыл в то же время, да? Сюда не пройти. Так, ну я вас понял, ребята. Я вас понял. Более чем, причем понял. Так, хорошо. Окей, давайте мы пока почитаем, что нам там этот... Где эта записня последняя? Вот это? Я провозглашаю прелюбодея Лерда, который ведет нас к заражению. Я провозглашаю презренного Лерда, который ведет нас к проклятию. Провозглашаю подколодного Лерда, который ведет нас к осквернению. Провозглашаю лживого Лерда, который пьет нашу кровь до истощения. Провозглашаю гнилого Лерда, который ведет нас к вымиранию. Провозглашаю Sic Semper Evalo Mortem Tyrannis. Tyrannis. Это имеется в виду, что он подлый тиран. И его методы и издевательства над этими людьми — это очень мразжески, наверное, и подло. Блять, вот это он на меня блеванул лучше. Я чё, так и... Мне к вам, да? А, так вы моетесь, пацаны. Но... Будь моим братом, сгори чистым. Клин! Ребята, вы за чистоту, спасибо за клин. Так, а куда мне идти-то, клин? Я понял, куда мне идти. Я залазю. Ребята, вы там мойтесь, вы будьте чистыми. Красавцы, красавцы. Клин. За чистоту, ребята. Гигиена, блять. Несмотря на то, что гниют, гигиену соблюдают просто на ура. И я сюда сейчас ради записки пришел. Мне тогда вообще не смешно сейчас становится. Услышьте слова пророка Салливана, и Господь сообщил это мне негласными словами, говоря, не впадать в отчаяние, потому что отчаяние лишь отрицание твоего Господа. Но откройся мне, как жена открывает лоно мужу своему, и возрадуйся сотворению. Пункт 2 пропустили немножко.
«И стыд не твой собственный, — сказал Господь, — но я глубоко недоволен твоими родителями. Ты здравствуешь несправедливо на излишках и богатствах каторжного труда отца твоего. Сказал Господь, и несправедливо разделяешь ты праведность и стыд дел отца твоего, более того, только кровь твоя является твоей собственной. И сказал Господь, поэтому, сын человека, обратись ко мне, я обращусь к тебе. Отвернись от злых путей, отвернись от похотливых связей, не наслаждайся женщинами, не отмеченными естественным кровавым соглашением с Господом, но совокупляйся и размножайся, как задумано Господом. И сказал Господь, я глубоко недоволен язычником и безбожником и фарисеями моей одаренной нации Сиона, которые наслаждаются своей скорбью и отворачиваются от учений пророков, искажают слова пророков до полуправды, чтобы не только скрыть истину, но и забыть, где она скрыта. Однако, так как твоя кровь является твоей собственной, а дела твои незаконченные, откройся мне, так как суть слова Господнего принадлежит тебе. Однако, когда Господь приказал мне открыть глаза, я сделал это и узрел». Чувак, тебе Господь лично порекомендовал трахаться. Ты в курсе? Только что. Это странно, блять. А куда пройти? Тут нету... Так, подожди, откуда я? А, тьфу, я забыл. Так, ребята, клин. Куда мне идти, не подскажете? Вы за мытье, за чистые сношения. Клин. До свидания, нахуй, идите. Так, все, я вышел из этой пещеры. Она оказалась вообще ненужной. Я сейчас не врубаюсь, куда мне идти, что мне делать. Клин, идите нахуй, люди. Песня хорошая. Так, батарейка. Откуда она появилась? А, меня один раз загасили, и батарейка респаунилась вновь. Отлично. Дамочка, здрасте. Вы не подскажете мне путь, дорогу? Я сейчас круголята наебнул знатного, но я так и не понял, куда идти. Люди, алло. Мне нужно увидеть слово «сохранение». Я хочу его увидеть лично. Узреть. Опять этот пидорас идет. Окей, я понял. О! Проход в траву. Подожди. 83. Спрятаться? 84. Я что, сейчас правильно пошел? Кто пиздит? Какой Steel Horse, ты о чем? А ты что ли? Понятно. Батареечка. Отлично. Слушайте, ну мне нравится, что везде есть шпингалеты. Это, блять. Я думал, кто-то лежит. А кто-то и лежит. Он просто немного спит. Чувак, отдыхай. Он, кстати, встал. Он, кстати, вышел. Он встал. Он, видимо, спал, а я его разбудил. О! Его кто-то убил. Ебать, так, хорошо. Значит, там закрыт путь. А куда мне идти, ребята? Идти куда? В смысле? Ты пидорас, я всего лишь к тебе домой зашел. Чё ты от меня хочешь? Отъебись! Я всего лишь к нему зашел домой, он на меня нападает. Зачем так делать, я хуй знает. Да, кстати, тут проход есть. Он, походу, правильный. Ха-ха, прикинь! Побежал на удачу, блядь, и на нужный, походу, этот путь подошел. Или подожди, или это не тот проход. А, следы крови, отлично. А куда дальше? Все понятно. Все понятно, ребята, все понятно. Обожаю линейность в таких играх, она прям несказанно не радует теперь. А, все. Оу!
И что это было? Мне ёбнули. Очки одел. Ой, блядь. Ладно, ребят, давайте на этом заканчивать. Увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Обязательно рассказывайте друзьям, подписывайтесь. И знаете, что с каждым новым подписчиком мне становится легче и больше, скажем так, больше желания снимать для вас. Все, ребят, всем пока. I'm